Органы внутренних дел продолжают осмотр объектов массового посещения людей по своевременному обеспечению безопасности. Со службой безопасности объектов массового посещения людей продолжают осмотр на предмет предотвращения возможных угроз в совершении террористических актов. Сотрудники милиции на местах призывают владельцев и администраторов объектов массового посещения людей предпринять меры для предотвращения возможных преступлений и насильственных актов, включая ужесточение пропускного режима, установки систем безопасности, ежедневные обходы помещений и проверку кадров службы безопасности. Также была подчеркнута необходимость проведения инструктажа и практических занятий по действиям в чрезвычайных ситуациях. Министерство внутренних дел призывает руководителей и собственников объектов массового посещения людей не игнорировать предъявляемые законом требования безопасности, ведь от их четкого и качественного соблюдения зависит безопасность граждан.